последние дни город Бельцы преобразился благодаря ярким рядам тюльпанов, которые были посажены по всему городу. Однако этот красочный проект обошелся муниципальному бюджету почти в 90 тысяч леев. По словам представителей муниципального предприятия благоустройства и озеленения, стоимость одной луковицы составила 8 леев. Этой весной в нескольких районах Бельц было посажено 11 тысяч тюльпанов с кроной, напоминающей пионы. Это зрелище не оставило равнодушными местных жителей. Однако некоторые считают, что деньги, потраченные на посадку цветов, могли бы быть направлены на решение других проблем, стоящих перед городом. Это означает то, что Григоришин садит, чтобы снаружи было красиво, чтобы баллотироваться на второй срок, а сдвигов никаких нет. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Chiar acum mergeam și le admiram, sunt foarte frumoase. Ar fi foarte frumos. Orașul arată mai bine, mai frumos. Вы знаете, необыкновенное. Я вот специально рано утром выхожу, чтобы полюбоваться этой красотой, зарядиться настроением вот этого всего необыкновенного цветения. Мы об этом говорили с друзьями. Я говорю, точно Европа прислала, потому что такой красоты никогда не было. Я очень рада, что в нашем городе все это есть. Цветик – это чего фрумос. Самый назад – форт фрумос. Честит вас, помню. Сын с кимбарем в ураж. Да, на травинкам – фрумос. Форт фрумос. Чини са гендит лукру, если да, форт фрумос. Примар Бельц рассказал, что впервые увидел этот сорт тюльпанов в Ясах и решил, что хочет иметь такой же розарий в Бельцах. Я был в командировочном с рабочим визитом в городе Яса, где с местным примаром мы гуляли по городу Яса, и мне показали тюльпаны, которые я увидел, мне очень они понравились, и я попросил наших работников био о том, чтобы они обратили внимание, где взять такой посадочный материал, чтобы в Бельцах зацвели такие прекрасные тюльпаны, как мы сегодня наблюдаем в нашем городе. Тюльпаны – самые популярные весенние цветы. Период цветения может продолжаться около 4 недель.